Северная Корея устроила испытание баллистической ракеты. По данным южнокорейских СМИ, запуск был неудачный. Ракета пробыла в воздухе 15 секунд и пролетела всего 40 километров. Алиса Романова, наш собственный корреспондент в азиатском регионе, расскажет, как на этот шаг отреагировали соседи КНДР и что говорят США. Первым о запуске сообщило южнокорейское информационное агентство со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов. Известно, что ракета выпущена в 5:30 утра из района в провинции Пхёнан-Намдо в северо-восточном направлении. И, судя по всему, пуск был неудачным. С этой новости начинаются все утренние выпуски в Южной Корее. Баллистическая ракета взорвалась через несколько секунд после старта, это данные Сеула, достигнув максимальной высоты в 71 километр. Число представителей международного сообщества, осуждающих северокорейскую провокацию, растет, но Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету сегодня рано утром. Источники США сообщают, она пущена с мобильной пусковой установки, а упала в Японском море. Насколько далеко, пока неизвестно. Телеканал Fox News уточнил, она пролетела 40 километров за 15 минут. Был ли запуск успешным или нет, американские военные пока наверняка не сообщают, добавляя лишь, что тип ракеты KN-17, по данным CNN, она пролетело несколько сотен миль, а южнокорейские специалисты не исключают, что это тип с увеличенной дальностью полета. По данным Тихоокеанского командования вооруженных сил США, их цитируют корейские СМИ, ракета так и не покинула воздушное пространство КНДР и приземлилась примерно в 35 километрах от авиабазы Пукчанг. И немедленным твитом сразу после запуска отреагировал Трамп. Это, как сообщил канал CNN, 9-й запуск северокорейских ракет за 100 дней его президентства. Северная Корея проигнорировала желание Китая и ее высокопоставленного президента, хотя и безуспешно, но выпустила ракету сегодня. Плохо. Тотчас пришла официальная реакция и из Токио. Япония заявила протест. Северная Корея подтвердила, ракета, по всей видимости, упала на территории КНДР. Если говорить о запуске баллистической ракеты, то ясно, что это прямое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Мы не можем допустить постоянного повторения этих провокаций Северной Кореи. Мы объявили решительный протест КНДР в связи с этими запусками. Запуск последовал сразу после окончания заседания Совбеза ООН по северокорейской проблеме на уровне глав МИД в Нью-Йорке. Там министры обсуждали возможные санкции против Пхеньяна в случае проведения новых испытаний. Глава китайской дипломатии Ван И заявил, что ситуация находится в критической точке. И Токио, Вашингтон и Сеул назвали этот запуск провокацией, а их от Пхеньяна ждали и от них предостерегали. Ракета выпущена спустя 2 недели после другого неудачного испытания на фоне слухов о том, что Пхеньян готовит 6-е ядерные тесты. И, как сейчас сообщают многие информагентства, возможно, этот запуск ракеты ускорит введение экономических санкций. Алиса Романова, Михаил Артюхин, Азиатское бюро вестей.